Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем канале, с вами Егор. Мы в игре SnowRunner. Продолжаем прохождение. Так, друзья, сегодня пройдем состязание. Карта Институт. Здесь три состязания, по-моему. Сейчас посмотрим. Я их уже прошел, сейчас. Посмотрим. Не кантовать. Болотный гонщик. Храбрость и отвага. Ну, конечно, мне состязание, если честно, ну, не очень, так сказать. Особенно, ну, как по мне, сделали бы они, допустим, есть состязание, подъехал, включил, тебе дают машину, сразу она там появляется, ты пересаживаешься, на старт и погнал. Было бы идеально. А если гнать откуда-то с другой карты и не одну машину, а если ты еще, не катит, допустим, эта машина на это состязание, берешь другую, ну, такое, в общем... Поставили бы какую-то тачку, блин, пересел и долбись, блин, хоть целый день. Ну, это шутка, конечно, сарказм. Ну, а так вообще было бы неплохо, я же говорю. Потому как здесь аж три состязания и три машины гнать. Первое состязание там будет... Тот самый. Как он? Храбрость и отвага. Там я прошел на АМК. АНК МК-38. Потом пойдет болотный гонщик. Вот это, конечно, такое испытание. Ну, не сказать, чтобы там сильно тяжелое, но... Я, кстати, прошел его сначала на модовом автомобиле. Будет там два видео. Ну, перепутал. Они вон у меня стоят, ZIX. Вот этот с бампером, это у меня штатный автомобиль, а без бампера это модовый. Ну, без бампера вот этот, я, конечно, там, я сам удивился. Прошел на 2.30, думаю, что-то не то, точно модовый. Потом прошел на штатном автомобиле. Ну, у меня еще минус то, что там мост, у меня он не построен. Где этот болотный гонщик, блин? Вот он, болотный гонщик. Ну вот, через это болото. Сейчас, секунду, ребята, секунду. А вот. Ну вот, как раз я здесь и стою сейчас. Вот этот мост у меня не построен. В принципе, был бы построен, было бы быстрее. Ну, посмотрите сейчас. И не кантовать, я прошел на тоже штатный автомобиль, Тайга. 64-55B. Взял я платформу, кран, в принципе, нормально. Не брал я бортовой кузов, а именно платформу. Прошел. И не бойтесь, ребята, даже на ZIX'е работать повышенной передачей. То, что надо. Ну что, смотрим. Всем приятного просмотра. Погнали.
Ну что, друзья, покатались, погоняли, так сказать. Ну сами решайте, какой автомобиль брать. Может кто-то на. У кого-то трактор. Я даже посмотрел видео уже после этого. Кто-то на этом, на тракторе новом этом проехался. Ну а чё, почему бы и нет? Так он, ну, у меня его еще нет, я же говорю. У меня он еще не открыт, он оказывается на другой карте в основном районе. Ну а так, в принципе, самое легкое это, по-моему, не кантовать. На Кразе я проехал там с запасом, с этим контейнером вообще на повышенной без проблем. Так что как-то так, друзья, дерзайте. Все, друзья, всем мира, добра, здоровья и до встречи.